Всем привет, ребята. Лёшка ушел на перевязку. Вчера он, сами знаете, не попал на перевязку, потому что выходной был. В общем, сейчас буду готовить завтрак. У нас продуктов нет, надо с продуктами идти. Но, в общем, у меня есть заморозки, хлеб. Вот. У нас есть рыба. Я когда солю, я всю часть рыбы не нарезаю. Я, получается, четвертую часть нарезаю от засолки, например, да, остальное замораживаю в морозилке, соленую рыбу. Вот, потом, если мне надо, ну, чтобы она не портилась, потому что она иногда бывает, знаете, порежешь ее, она потом начинает пушок появляться, на рыбе начинает портиться. Вот, чтобы быстренько съесть, потом свежую порезать, в общем, как-то так. То я такая вот пушистая, это я легла спать с мокрой головой. Вот. Вчера водила я пятна этим ванишем с одежды с его, там, где у него накапала кровь, на штанах, на кофте. Вот сейчас закину все это в стиралку, потому что мокрая, ночью не стала включать посудомойку в стиралку. Сейчас включу, чтобы все простиралось. Вот. Потому что у меня там все вообще занято. Я вчера все перегладила, у меня есть сушилка квадратная, она не вывозит очень много, когда большого веса начинает складываться. Так, авокадо полежало 2 дня, купила, было нормально. Все, здесь пустота, смотрите, палец проваливается, значит, здесь все черное. Вот эта часть уже точно почернела. Сейчас откроем, я вам покажу, конечно. Но он такой мягонький стал, классный. Ну да, видите, черный. И от косточки тоже начинается портиться. Хотя здесь внешние признаки, вот видите, точки только по верхней части. Но пахнет обалденно. Так, делать я буду сейчас яйцо пашот. Налила воды. Беру силиконовые формочки. Это, по-моему, икеевские у меня формочки. Да, икеевские. Блин, грязные какие, капец. Лена, блин. Ну как вот их отмывать тут? Надо прям... Не люблю такие со складками всякие штуки. Ладно. Ой, что, все что ли? Заканчивается? Так, кисточку надо взять. 2 яйца осталось, представляете? Ну, как раз нам с Лёшкой хватит позавтракать. Ой, неудобно, как одной рукой. Так, ставим воду. Рыбу здесь надо будет порезать. Так. Надо еще маникюр сделать себе. Смотрите, отросли. Так. Я разбила сюда формочки яйца уже. Кстати, для пашота есть специальные формы. Я видела в Фикспрессе, кстати. Они такие, знаете, квадратные. Ну, вернее, не круглые, но они такие, знаете, с 4 углами и более плоские. Ну, в принципе, это тоже нормально. Я уже так делала. Правда, даже иногда я делала без масла. Тоже нормально. Все выпрыгивает как бы. Но с маслом будет лучше выпрыгивать. Ставим все это в воду. Смотрим, чтобы было воды поменьше. Потому что здесь много. Вот так, я думаю, что нормально. Сейчас кипеть начнет все это дело брызгать. И может еще всплыть. Так, ну и можно закрыть крышечкой, так надо крышечку еще найти. Еще начнет кипеть, будем наблюдать, можно даже еще сверху чуть-чуть посолить. Все. Ну и все. Собственно, увидите, как схватится белок. Сверху он будет долго схватываться, поэтому лучше крышечкой прикрыть, и все. И там через несколько минут можно будет убирать. Этот процесс, конечно, не буду снимать, я думаю, что... Наверное, тоже сами делали уже такое дело. Яйца у меня на завтрак практически каждый день, наверное, да. Так, хлеб я вытащила замерзший, видите, у меня. Сейчас я его разморожу в духовке на 200 градусах. Достал еще вот такой сыр творожный с травами какими-то прованскими. Вяленые помидоры, рыбку порезала, огурчик, половинка остался. Сейчас сварганю какой-нибудь бутербродик потом из этого всего. Так, ну вот, смотрите, белок схватился. Здесь он сверху уже. Ну, можно, в принципе, уже даже и вытаскивать. Видите,
Когда сильно трясется, то это значит еще не готово. Вот я чуть-чуть, а то переварится. Так, все у меня готово. Лёшкина порция. В общем, смотрите, пашот получился как цветочек. Ну, формочка в виде цветочка. Вот, вяленые помидорки положила. Авокадо я вместе с солью и с лимонной кислотой, с лимонным соком, вернее, превратила в пюре. Вот, чуть-чуть посолила. Ну, и вот, огурчик там у меня еще лежит. И вот вяленые помидорки, редисочка. Красиво. Конечно, можно было мелко порезать, порубить это всю рыбку вместе с огурчиком, чтобы удобнее было есть, потому что рыба может тянуться. Ну, не знаю, я так порезала. Еще бы сюда зелени какой-нибудь. Но зелень... А, у меня же есть это... Как он называется-то? Капуста. Не капуста. Салат айсберг есть. Сейчас я его сюда тоже, наверное, порублю. Знаете, что у меня сегодня так голова начала болеть. Вот здесь вот, где у него должна была болеть голова, вот у меня сейчас болит вот здесь. И не знаю, почему. Вот эти два дня у меня голова особо не болела. Я, знаете, на стрессе. Вообще. А вот сейчас как-то все хорошо, да, а голова начала болеть. Вот здесь я не знаю, почему. Что за фигня? Все, Леша пришел с перевязки. Леша, иди расскажи, как ты перевязывали, что кого там. Историю сейчас. Приходит, ржет, блин. Как красиво, смотрите, его перевязали сегодня. Рассказывай. Че? Ну, что там ты рассказал хирургу? Заходишь, что говоришь? Что спрашивает? Здрасте, говорю. У меня это такая проблема. Ну, за проблема, прям сказал? Да не проблема, я говорю, это самое. Что, говорит, случилось на этот раз, он тебе сказал, да? А он, видимо, запомнил, это не бага, сейчас... Ну, помните, спина ему прихватила, к этому же хирургу пошел на перевязку. Сейчас, я говорю, до шкафа, по-моему, что, как в анекдоте? Я говорю, ну да. Он говорит, ну ладно, 4 дня тебе дам, работа, короче. Ну. Там это, ну, один день полежи, говорит. Один день, ну уже второй день сказал бы, когда это было, в субботу. Ну да, он говорит, хотя бы 2-3 дня, говорит, надо покоя, короче. Потом это самое, он такой говорит, ты это сам все будешь перевязываться, скажи мне, ну я зайду, посмотрю, что там у тебя. Может быть, не надо эту шапочку носить. Он такой, что ни хера себе, говорит. Я этот шкаф что, полголовы хотел снести. Говорит, давай ты 3 дня, короче, в этой шапочке походишь, бандажировал. Потом голову помоешь. Нормально. Да капец, конечно, шапочка. Уродка смотрится. Ну а что сделаешь? И что там у тебя лысина, да, говоришь, прям выбрита прям. Ты сам-то видел, показали тебе? То есть тебе просто комментировали, да? Ну да. Ой. И что сказали, голову когда мыть можно? Голову когда мыть? У меня через 3. С хозяйственным мылом? Да, хозяйственным мылом. Шампунь не висит. Лёша, блин. О! Давай тебе сделаю. Ну, мне такое нельзя, как врач сказал. Почему? Я пошутил. Сказали, хорошо, что без последствий, да? Ну, у тебя жена, говорит, кастрюлю по башке ударила. Они не верят, что шкаф, наверное, упал. Поэтому, говорит, как в анекдоте. Кто поверит? Реально? Кто поверит? Скажет, по голове, может, ударил кто-нибудь реально. Ну, просто не видели эти шкафы. Ну, блин. Ну, я теперь ученый. Я этому парню говорю, на Сергей, этот, ну, который мастер. Я говорю, там надо фирма, да? В нашем городе, говорю, специалистов нет. Вот, говорю, бери колыму по установке шкафов. Ты теперь знаешь уже, как что с ними. А он что тебе говорит? Он говорит, а ну как фирма называется? Какая фирма? Ну, это как заказывает. Да, Лёша. А что, Лёша, ты? Весь поцарапан. Все нормально. Как после боевых действий, блин. Я говорю, какой-то у него символ вон нарисовался вчера. Я говорю, может, это что-то значит? Значок. Это не значит. Значок какой-нибудь. Символ. Короче, страхуйте себя. И что, сказали, страховать тебя надо? Да нет, я сказал. Но у меня еще парень такой, таксист говорит, а у вас есть эти? Когда с больницы ты ехал, сотрясение, да? Сотрясение какое-нибудь. Я говорю, да нет, сотрясение. Жалко. Я говорю, да жалко-то. Я говорю, а почему? Он говорит, ну если бы вот у вас был кредит, у вас было бы сотрясение, тогда вы могли бы получить вот это вот. Да нахер оно нужно идти? Никакие деньги не заменят человеческую жизнь. Это вообще все фигня. Ладно, все, иди, руки мой, садись есть. С ума сойти, бля. К
как вот ходить? Сказали кепку надеть, да, или что? Ну, больше что наденешь? Кепку только с таким уродским, с уродской такой прической, если она там выбрита. Да ты что ты раздеваешься на камеру-то, Лёша, блин? Пришли за продуктами, смотрите, что мы нашли. Роллтон, супер гречка. Видели такое? Потому что так хочется взять, наверное, возьму попробовать. Теперь читаем состав, смотрите. В составе что у нас? Усилители вкуса и мазы декстрин. Бедную гречку испортили. Убираем обратно. Так, Лёша купил хлеба. Горячий кипяток, треугольник. Хотели взять черный, не было черного. Он взял белый, горячий хлеб. Руки аж трясутся. От моего так руки почему-то у тебя не трясутся, хлеба ппшного. Ну, в общем, ладно, пускай он там ест. Кетчуп, булку себе чесночную еще взял, батон. Чего нюхать? Хлеб да хлеб. Так, кисель он какой-то себе взял. Крекеры себе взял. Это Артему, это я не знаю всем. Это убирай. Вареники с вишней вот такой фирмы взяли. И варень, ой, цезарь. Застолье пельмени. Еще один кисель он себе взял такой. Так, вот такие желешки взяли. Скушай баночку желе. И ни о чем не сожалей. Написано. Это у меня. Леша себе такой йогурт купил. Такой вот паштетик, я не знаю. Была против такого, но он взял. Так. Супер гречку он себе тоже взял попробовать. Я оставила на полку, он у меня отобрал ее. Так. Даниссимо творожный. 3 штуки взяли, апельсинки. Египет. Чай. Чебрецом. Чувствую, булки не будет сегодня этого хлеба, да? Не, ржаной все равно он вкуснее. Белый, он какой-то плосковатый маленько, да? Да. А? Ну, то, что свежий. Так, молоко сгущенное. Творог обезжиренный. Альпийский вот такой. Йогурт, чашка, черешня. Так, еще один йогурт. Огурцы соленые. Маленькие. Заправка для борща. Думаете, взяли он это самое, что это? Плавленый сыр взяла хоть? Угу. Пастообразный, не знаю. Такой. Сыр. Что это? Мюсли запеченные с орехом. Бачок. Так, все, первый пакет. Второй пошел. Алёша на релаксе, на дзене хлебушек жует такой. Смешной у него сегодня чепчик, конечно, вообще не могу. Так, лук, петрушка, да, кинза, петрушка, ой, укроп, мята. Вау. Туалетная бумага, зева какая-то вот такая. Я шел, с подушечкой. Не думал, знаешь, что? О чем? Вот этого горячего хлеба, как у меня в детстве так. Ну так съешь прям так его, да и все. Так, помело, помело. Дальше говядина кусочек, это она фаржила. Раз, так, что это, тыква? Тыквенный суп. Шейная какая-то вырезка, тоже на фарш. Так, закусочка вот эта вкусная. Вот надо было что намазывать, или икру кабачковую, какое-то масло он не загоняется. Так. Лёша себе взял еще окорок свиной вот такой. А я думала, это говядина. Ну ладно. Так, перчик на салат. Ну и последняя сумка. Еще яйца вот. Вот эта штука. Последняя сумка. Вот, мне понравился салат. Красивый такой, пахнет обалденно букетом цветов. Вообще обалденный аромат. Я увидел цветов её. Так, на салат такие вот взяла. Эти штучки вкусные. Два огурца. Больше есть или нет? А? Или что? Или... Просто голодные или просто пустой холодильник, потому что нагребли редис. Ну, редис мы вообще едим долго. Че, 3 штучки в день или там 6 штучек. Так, сливки я взяла по 40 рублей. Это можно суп сварить рыбный, можно с тыквой супчик сделать. Так, еще сливки. Это пастила белевская без сахара. Сами знаете, кто это ест. Ты? Как ты угадал? Так, яблоки зеленые. А что это? Сливочное масло Белебеевское 82%. Так это все надо брать. Ой, все слиплось. Еще одни вареники на убираем. Да эти, кстати, не склеились.
Так, бананчики, бананчики. Навалила все сюда в одну кучу. Так, это кто-то тут сушеные финики пересушенные купил. Интересно, кто? А? Нормально. Мне глава подсказала. Что? Засушенный, в смысле? Да. Так, черешневый. Еще йогурт один. Тесто слоеное. Ну, бери морозилку. Ну, блин, я еще хочу. Бабушка. Ну, съешь, что тебе не дает-то. Поеду, картошки не взяла. Да. На борщ. Что? На борщ поесть, полу. Так, а что есть-то? Еды нету. Так, картошку взяла она чисто на борщ. Хотя догорожаете, ну ладно. Все. Леша пока не знаю. Ну, пускай лучше сидит дома. Догорожаю еще гонять. Так, а то и так вчера набегался с этой кроватью. В общем, лимон. Ну, блин, лучше дома такой сидит. Так. Поставил ножки в духовку. Майонезом их натерла с горчицей. Чицу сварила. Салат сделала. Ну, Леша сейчас меня соблазнил этим хлебом. Пришлось два кусочка съесть хлеба. Но он что-то мне не очень понравился. Темный треугольный. Слина много. Вот. Ну, в общем, курица мне там стоит. Решила сбегать до Валберс. Мне там пришел соус. Бальзамик, крем. Сейчас я его заберу. В общем, забрала я соус. Вот такой вот называется. Крема. Бальзамический вот такой. В общем, подается и на зоне Валберс. Все взяла для пробы. 250 мл. Там еще есть большие по 500. Ну, уже попробовал. Вкусненький такой, знаете, кисло-сладкий. Бальзамический, кремовый такой. Писали, чтобы там полосочки так рисовать. Рисовать или плевать так полосочками. У меня брат все говорил, что купи какой-нибудь такой кремовый соус. Не знаю, тот не тот? По-моему, не то. Он какой-то говорит, по-моему, еще он сливочный есть какой-то. Ну, не знаю. У меня был бальзамический такой густой в стекле. Неудобно им пользоваться. Он тоже густой такой же был, но, блин, в стекле неудобно. Здесь хоть она бутылка мягкая, выдавливать удобно. Есть это дозатор тоненький. Маленькая дырочка, чтобы можно было выдавливать удобно. И поливать так струйкой. А то там льется, знаете, из большого горлышка так прям капец. Надо как-то изощряться, чтобы нормально была полочка такая тоненькая. В общем, вы поняли, что тут долго рассказываю про какой-то, блин, соус. Ладно. Пришлось, конечно, на перевязку, я не сниму. Не знаю, снимут ему, что вы сегодня не снимут. Ой, а чем это белое-то видно? Это фигня-то. Представляете, сегодня утром просыпается, у него этот чепчик слетел. А я это смотрю, такая, говорю, Леша, смотрю, чуб у него поднят. Такая, я говорю, Леша, у тебя это, шапочка снизу слетела. Он такой, ё-моё, давай одевать. Я говорю, посмотрел бы, ну, я, в общем, посмотрел, у него... Выбритый участок кожи где-то. Там уже, правда, щетина растет где-то. И сюда. 3,5 сантиметра на 7, наверное. Прямоугольник такой. И рана у него где-то. Ну, так, ну сколько сантиметров? 7 тоже, наверное. И она уже у него это схватилась. Швы там идут. Не знаю, швы снимут там сегодня, нет? Ну, получается, вчера на перевязку ходил один раз. Ну, сегодня второй. Может, снимут, просто не знаю. Ну, все-таки снимут швы, наверное, мне кажется. Сегодня? Ну, мне кажется, да, с ней пора уже, наверное. Все. Схватилось же все. 5 дней где-то. Не знаю. У нас, ребята, снег выпал сегодня. Дубак такой. Вообще, заледенело все, аварии. Так идите, особенно в сторону Байкала, на трассах. Даже в обувках иду. Холодно этих. Вчера были лужи, сегодня лед. Скользко, короче, вот. И скользко, да, вообще ужасно. На дорогах накаты. Снежно вообще. Холодно прям. Промерзла такая погода. Прохладненько, надо даже зимнюю куртку. Я что-то легкую-то одел. Я уже даже, наверное, была готова зимнюю надеть. Колотун такой. Сказали ему все. Сказали голову ему, через 10 дней швы снимут. Что еще сказали? Рубашки родились? А? Да. Говорят, на заводе прилетало, ну, по голове обычно сразу человек. Ну, обычно такие производственные травмы. Вот идет какая-нибудь вибрация, и что-нибудь с полки падает. Да. Прилетает. Вообще капец. Ну, тебе сегодня придется посмотреть все-таки на это свое. Короче, там у тебя на волосах прям кровь спекшаяся, надо ее реально мыть.
Ну, короче, походу Артём сегодня будет мыть. Я вообще не знаю, буду на подхвате. Вот смотри, блин, типа... что-нибудь есть какие-то деления на этой повязке? Ну ладно. Через 10 дней, это что получается через 10 дней? Посчитать надо 10 дней. Сегодня 21-го. 20 какой? 1 числа. Снимает. Ой, вафелька. Чё? Ну подходи ближе, кот, боишься. Чё? Да нормально чё? Я думал, сильнее. Ё-моё. Да, надо всё мыть надо. Тут всё, он кровь здесь у тебя спеклась ещё. Да. Как будто, знаешь, это... Трепанация. Череп. Лучше зеркало не смотреться, короче. Здесь в магазин купили этот ржаной хлеб. Слушай, там такая очередь за этим хлебом. Вчера мы брали белый. Но белый мне не понравился на вкус. Этот вкусный. Кровяную колбасу надо было взять. Что, пальцем продавил, что ли? Да. Так, творожную. Давай колбасу купим. Лёша, ну, не, не хватит крови уже, хватит уже нам. Творожное масло с абрикосом, 3 штуки, молоко. Я йогурт делаю сегодня. Клубник купили еще вот мороженое. Привет, написали. Какая большая рана, Рита пишет. Так, леденцы. Капуста. Песок Артём у нас тут. Вчера истерика. Где сахар? Чего они к сахару не купили? Так, руккола. Помидоры. Куда они? Китай. Блин, что Китай? Горчицу взяли вот такую вот. Ядреную. А, Дымов. Бекон. Горбуша. Горбуша надо. В морозилку, Леша, кинь, пожалуйста. То растает. Так, помидорки. Китай тоже. 62 забыли. 2 штучки. Зефирки вот такие. Сорти. Горошек без сахара. Ариет, лососик и кофе, наконец-то. Ты и подарок? Да, подарок мне за стрессоустойчивость. Артём моет резко голову, перчатки ему дала, повязку мылом, короче, намыливает. Я тут варю борщ, большое захотела слушать. И знаете, что еще хотела вам рассказать? Вот. Это день, когда у нас тут все это произошло. Артём, конечно, так очень сильно расстроился. У него прям была депрессия. Говорит, лучше бы меня придавило. Все из-за меня. Я должен был стоять рядом здесь, поддерживать вообще. Прям очень так прям сильно переживал. Я его как успокоила, говорю, нет твоей вины в этом. Прям он очень сильно расстроился, конечно. Так что... Кредитная карта Альфа-Банк. Бесплатная на все.